Добрый день, Калуга! Привет всем! И давайте еще раз поаплодируем нашим исполнителям, которые открывали фестиваль. Кухта и Лени Келли с композицией History Maker. Из какого аниме? Аплодисменты еще раз! Я все ждала, чьих голосов будет больше, женских или мужских, которые назовут аниме Юрий Онайс. Вот мужские тоже были. Смотрели, небось? Конечно! Друзья, мы рады приветствовать вас на 4-м Всероссийском фестивале современной молодежной культуры Мира Каман Конвеншн. И сегодня для вас будут работать Ютака Ока, ведущий Кинаде Power Japan. Аплодисменты. А также организатор этого фестиваля, организатор сценических постановок, караоке в первую очередь и косплеер. Опять-таки тоже в первую очередь. Аплодисменты еще раз. И мой соведущий Касахара, ведущий и соорганизатор фестиваля «Аниме Йоро Москва», ну и также Мира Каман, косплеер именитый. У него очень много оригинальных образов, кто их не видел, тот заходит к нему на страничку ВКонтакте, подписывается, все это смотрит, ставит лайки, делает репосты, записывается на ноготочки. Давай лучше будем представлять наших членов жюри, которые будут сегодня беспристрастно судить это. Это куда интереснее, да. Начнем мы с первого участника жюри. Это модель, косплеер, участник, призер многочисленных фестивалей Центрального федерального округа, который периодически публикует иностранные онлайн и печатные журналы. Франсуаза Штейн, аплодисменты ваши. Наш следующий представитель жюри, участник и призер многих фестивалей России и других стран, первый представитель от России на World Cosplay Summit в Японии в 2012 году, мастер по парикам Мим. Следующий участник жюри должен взволновать женские сердца в этом зале. Вы я уже взволновалась. Уже взволновалась. Я прочитала. Тогда мы представляем фотограф, крафтер, косплеер, мастер перевоплощений. Никита Нецветов, ваши аплодисменты. Он существует, он настоящий! Следующий член жюри – фотограф, косплеер. Косплеер-динозавр, мне тут даже подписали. Участник и призер многочисленных фестивалей Кеймото. Он совсем не динозавр, похож на человека. И завершает список наших членов жюри. Сегодня косплеер, модель и сценарист Каин. Ваш аплодисмент. Мы попросим жюри занять свои места и внимательно следить за программой, которая будет происходить на сцене. Аплодисменты ваши еще раз. Также мы хотим выразить благодарность нашим партнерам, без которых бы наше мероприятие не состоялось. Официальный партнер – уютный магазинчик «Волшебный фонарик». Информационные партнеры – косплей «Барахолка», косплей «Сёч» и «Росаниме Фест». Также данный фестиваль Мира Каман входит в семью Хинаде. Это фестивали, которые имеют право, официальное право, проводить у себя отборочные туры по России на World Cosplay Summit, который проходит в Японии. А также партнер фестиваля – белгородский гик-фестиваль Гакко Фест. Кто-то из Белгорода есть? Я смотрю, такая поддержка. Есть кто-нибудь? Есть! Целый один человек. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Калужской области, управления культуры города Калуги. И мы бы хотели пригласить на эту сцену директора и заслуженного представителя города Калуга, директора данного замечательного заведения, где в этом году проходит наш фестиваль, муниципальное бюджетное учреждение культуры, городской досуговый центр. Мы приглашаем на эту сцену Бунькову Галину Васильевну и предоставляем ей слово. Вы здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня городской досуговый центр просто весь настолько в напряжении, потому что впервые в нашем городе, не впервые,
но в нашем городском досуговом центре сегодня впервые проходит 4-й Всероссийский фестиваль молодежной культуры. Давайте за это аплодисменты наши. Спасибо. Мы надеемся, что сегодня вам всем будет здесь уютно, всем будет здесь весело и очень интересно. А я с удовольствием сейчас займу место в зале и также хочу поближе познакомиться с молодежной культурой, посмотреть, кто же вы такие действительно. Вот уже косплеев знаю. И я думаю, что сегодня, уйдя с этого мероприятия, я много-много узнаю современного о нашей молодежи. Потому что уже одно то, что вы это организовали, вы это сделали. Вы это сделали. Не слышу. Вы это сделали. Молодцы. Мой респект вам. Даже если что-то сегодня произойдет не так, как вы хотели, это все равно здорово. Вы все равно молодежь замечательная, современная. Вы двигатели прогресса. Итак, в бой вступайте и ничего не бойтесь. Мы с вами, городской досуговый центр, приветствует вас. Начинаем. Пожалуйста, жребий. Спасибо большое, Галина Васильевна. Мы напоминаем, что тема фестиваля этого года – мир магии и волшебства. Поэтому не забудьте заглянуть на стенд по вселенной Гарри Поттера и сфотографироваться у платформы 9.4. И на протяжении всего дня фестиваля работает выставка, ярмарка, джаз-данс, развлекательный стенд по миру Гарри Поттера, но это само собой, и аллея авторов на первом этаже. А также игровой стенд Dance Dance Revolution на третьем этаже и настольно-ролевые игры на четвертом. Помимо программы, которая будет проходить на этой сцене, и вот того, что мы вам объявили, этих activities, у нас будут мастер-классы и лекции. Будет литературный салон и лекция писателя-фантаста. Это будет проходить в перерыве между первым и вторым блоками. То есть, кто хотел отдохнуть, отдохнет культурно, интеллектуально. Будет авторская лекция «Боязнь осуждения», которую мы называем «Боязнь сцены». У меня, кстати, она до сих пор есть. Несмотря на большой опыт, мне кажется, у всех есть. Чем ты опытнее, тем у тебя сильнее эта боязнь. Тебе нельзя допускать больших ошибок, и ты все больше боишься их допустить. И эти лекции пройдут прямо здесь, на этой сцене. И всю информацию, если вы что-то вдруг не уловили, вы можете уточнить в инфостойке на первом этаже. Ну и также вы можете взять буклеты, где тоже вся эта важная ценная информация есть. Ну что ж, наши участники готовы. И судя по тому, как колышется сцена, вот боязнь ее уже колышет. А зал готов? У нас прямо приветливый зал, прям сразу завелись и такие... Это очень здорово, когда участников так поддерживают. Друзья, торжественный момент, с которого мы открываем нашу программу. Мы открываем ее групповым дефиле «Восток», которая совмещена с региональным отбором на World Cosplay Summit Russia. У нас должны пойдет сейчас ролик, который представит вам, собственно, что такое BTS, World Cosplay Summit.
всем странам-участникам, их более 100. И везде видят одинаковый ролик. Вокализация также делается в Японии. Вы видели, там не очень она точно на русском воспроизводит то, что написано на английском. И если вы заметили внимательно, я думаю, заметили, что третьими в этом ролике были наши участники от России 2019 года. Это победившая сценка по Code Yes. Кто выиграет на нашем российском отборе ВКС, World Cosplay Summit, мы узнаем через месяц. Сейчас пока закончен уже прием заявок, сейчас идет отбор. Отбор российских участников. Мы сами тоже очень волнуемся, не знаем пока, кто у нас пройдет. И возможно, сегодня перед вами выступит победитель, который поедет в Японию. Мы это узнаем прямо сейчас.